Четвертий міжнародний турнір з боксу серед юніорів пам'яті Бориса Літвака пройшов у спорткомплексі Міжнародного гуманітарного університету. Герой України, почесний громадянин Одеси Борис Давидович у свій час очолював Одеську обласну федерацію боксу, зробив великий внесок у розвиток цього виду спорту, також довгий час був директором другої спортивної школи і активно сприяв розвитку дитячого спорту. Он занимался только благими делами, воспитанием физическим детей, оздоровлением ослабленных детей. И, конечно, последние годы он лечил больных детей, в частности ДЦП. А турнир большое значение имеет, это уже четвертый турнир. Многократно прошли фестивали для детей с ограниченными возможностями, где дети со всей Одессы, со спецучреждений могли возможность иметь выступить на сцене, на большой сцене города. Прошел баскетбольный турнир который раз в памяти дедушки, прошел волейбольный турнир и вот сейчас бокс. За словами організаторів змагань, особливо символічно, що Борис Літвак разом із президентом Юракадемії та Міжнародного гуманітарного університету Сергієм Ківаловим близько 10 років тому відкривали спортивний комплекс «Університет», в якому і проходить цей турнір. Я дуже благодарен Ківалову Сергію Васильовичу за те, що він відкрив двері нам. Открыл дверь, открыл сердце, и когда мы ему позвонили, когда вот мы хотим провести такой турнир, он говорит, да, не вопрос. И когда мы сказали, что это по памяти Литвака, так он очень отнесся с любовью. Видно, что он любил этого человека и любит по сегодняшний день. Этот Борис Давыдович Литвак для меня, это легенда, это мой второй папа. Сергей Васильевич, я знаю, поднимал вопрос переименования улицы имени Бориса Давыдовича. Я, как член семьи, конечно, благодарен за все. За участие в жизни центра, за участие в оставлении памяти. Зазначимо, що найближчим часом в Одесі очікується ціла низка цікавих боксерських подій. Це і змагання для новачків, дебют та безкоштовні тренування на базі Одеської юридичної академії. В ближайшее время пройдет еще один турнир по боксу при поддержке Сергея Васильевича Кивалова по среди начинающих боксеров. Турнир называется «Дебют». Мы уже такого плана проводили турнир совместно с клубом 12 унций. И он, знаете, имел очень хороший резонанс, и мы продолжим эту практику. После майских праздников, в середине мая, при поддержке Сергея Васильевича Кивалова будет открыта воскресная бесплатная секция по боксу. И я думаю, что это очень важно. Почему? Потому что наши студенты, наши преподаватели и вообще одесситы, маленькие одесситы, взрослые одесситы, все, кто захочет заниматься боксом, то смогут найти такую возможность в стенах Национального университета Одесской юридической академии. Раз в неделю организовывать бесплатную тренировку по боксу, бесплатную секцию, для того, чтобы, во-первых, это ребята, которые тренируются, допустим, регулярно, да, они могут делать дополнительную тренировочку, приходить и заниматься, где-то дорабатывать какие-то свои недоработки. А также люди, которые, допустим, хотят просто начать и не знают с чего, могут прийти, попробовать свои силы, позаниматься, а может понравиться. Зазначимо, що загалом змагання пам'яті Бориса Літвака зібрали більш ніж 100 спортсменів у віці 14 та 15 років з 4 країн та інших областей України. Турнір наразі триває. Для юнаків це важливий досвід та змога перевірити власні сили на ринзі з сильними суперниками з інших країн. Приехали гости сборной Азербайджана, сборная Грузии, сборная Республики Молдова и сборная Тирасполя. С Украины приехали ребята Николаевская область, Херсонская область, Тернопольская область, Донецкая область, Мариуполь город и Днепропетровская область, Кривой Рог. От имени Федерации бокса Одесской области хочу благодарность высказать всем, кто поучаствовал в проведении этого прекрасного спортивного мероприятия. Большая честь и память Борису Давидовичу Литваку. Этот турнир объединил всех небезразличных к боксу людей. Много участников, прекрасные ребята. Я смотрю, уровень с каждым годом все растет и растет. И Федерация бокса делает большой акцент на подобных мероприятиях, потому что именно такие мероприятия дают большой старт для дальнейших спортивных достижений. Как сам давно занимаешься боксом? Чем этот вид спорта тебе нравится? На протяжении 5 лет. С детства говорили, ну, спортивный дух и прочее. Меня всегда захватывали поединки таких известных боксеров, как Усик, Ломаченко.
Гостем турніру став і перший та єдиний чемпіон світу та Європи з боксу в Азербайджані та перший професійний боксер цієї країни Фаріз Мамадов. Він відзначив товариські боксерські стосунки його батьківщини та України. У нас в Азербайджані вважається фабрика боксерів – це країна Україна. У вас невероятні великі боксери є, які на світових аренах просто мега-боксери. Вони вважаються мега-звездами бокса. И я с 2013 года в Украине, неоднократно выступал в Украине среди боксеров-профессионалов. Еще самое важное, что я бой за звание чемпиона Европы и бой за звание чемпиона мира именно готовился в Украине. И слава богу, что мы как команда Украина-Азербайджан всегда побеждаем. И очень-очень надеюсь, что будущее Украина-Азербайджана, содружество бокса, это намного сильно укрепит отношения Азербайджана с Украиной. Вже влітку на базі спорткомплексу Одеської академії очікується традиційний турнір класу А пам'яті Семена Трестіна серед дорослих боксерів. Минулого року в Одесу завітали представники 15 країн.